Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про значення православних свят. У нас в гостях священик Максим Злобін. Священик Максим Злобін, протоієрей Української православної церкви. Навчався у Почаївській духовній семінарії. Закінчив Київську духовну академію. Голова єпархіального відділу соціального служіння та благодійності Дніпропетровської єпархії УПЦ. Займається місіонерською роботою у соціальних мережах. Настоятель Свято-Покровського храму у Дніпрі. Хобі – спів, музика, історія. Отець Максим, я радий вчергове вітати вас у нашій студії. Взаємно. Власне, я хотів би почати нашу розмову з такого питання. У православ'ї є таке поняття, як дванадесяті свята. Тобто, чим вони відрізняються від усіх інших? Адже ми знаємо, що, скажімо, за церковним календарем ледь не кожен день свято. Дванадесятые праздники отличаются тем, что их, во-первых, всего лишь 12, во-вторых, они играют особую роль для спасения и дома строительства, спасения рода человеческого. То есть мы особо их отмечаем, потому что эти события сквозь призму церковной истории, сквозь года, столетия, они играют важную роль в деле спасения рода человеческого. Такие праздники, как, например, Святая Троица, День сошествия Святого Духа на учеников и апостолов, Рождество Христово, Благовещение, Воздвижение Креста и так далее. Все эти праздники, они как бы образуют саму суть христианства. Все эти праздники говорят об одном – о великой любви Бога к роду человеческому. Поэтому Церковь издревле вот так постановила отмечать эти 12 праздников, естественно, в молитвенном таком настроении, посещать Божий храм и, поучаясь тем текстом церковного богослужения, которые в эти дни звучат, в принципе, для себя делать какие-то выводы. Что произошло, каким образом это относится ко мне и что нужно сделать мне, чтобы, правильно отпраздновав этот праздник, в принципе, получить какую-то духовную, душевную пользу. Так, ну, виходячи з ваших слів, виходить так, вибачаю за тавтологію, що от це було встановлення, ці 12 свят, ще в перше століття існування церкви. А 12, саме число, воно співпадає з кількістю апостолів, чи просто так сталося? Ну, конечно, церковь старалась і старається от всі якісь знаменательные события приурочить к тем или иным знаковым событиям в истории христианства, в истории церкви. Поэтому я думаю, что здесь тоже не случайно, потому что 12 апостолов, которые разошлись по всей вселенной, проповедовали Евангелие Христово, поэтому вот так совпало, что и 12 таких вот великих двунадесятых праздников. А, до речі, серед цих 12 свят, чи є якісь, скажімо, які більш важливі для християнина? Ну, скажімо, важко уявити православну церкву чи християнство взагалі без Пасхи, без Різдва? Конечно, да, вот мы об этом и говорим, что Пасха Христова – это центр христианства. Все вокруг нее совершается, все движется вокруг этого праздника. Праздник праздников – и торжество из торжеств. Остальные праздники, если мы вглядываемся в их контекст, в их суть, они, вот так, знаете, прикровенно тоже повествуют, в принципе, о главном деле Бога. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Поэтому все события, которые повествуются в двунадесятых праздниках, являются прообразовательными, ведущими ко спасению рода человеческому. Спасение от чего? От греха, проклятия и смерти. Поэтому для нас это, конечно, очень важно. Ну, чи вірно я розумію, що ті два свята, які я сказав, є все-таки трохи більш важливими, оскільки все-таки є Різдво, є Пасха, да, тобто Воскресіння Христова? Да, конечно, безусловно, уже события Бога воплощения Иисуса Христа, пришествие Его в мир, воплощение Девы Марии, принятие плоти на себя, человеческое страдание, крест, смерть и воскресение, как торжество жизни, победа над смертью являются, конечно, основными и главными. Угу. Перед такими великими святами зазвичай православні постають у міру своїх можливостей, хтось більше, хтось менше, але тим не менше. Це стосується, напевно, не тільки їжі. Так, от у чому сенс взагалі посту, як такого?
Мы неоднократно говорим в преддверии великих праздников, особо это касается Великого Поста, что смысл постного времени – это подготовка христианина к принятию того или иного события. В данном случае, если это Великий Пост, это подготовка к принятию праздника Пасхи. Если мы говорим о том посте, который ныне переживает Святая Церковь, это Петровский пост, это подготовка к принятию, к встрече праздника святых первоверховных апостолов Христовых Петра и Павла. Но задача поста – это не только и не столько отречься или ограничить себя в употреблении продуктов животного происхождения, это в первую очередь задача сделать себя лучше с помощью Божьей. Применительно к Богу, используя аскетический опыт предшествующих поколений, применив его к себе, конечно, в той мере, в которой мы можем это применить, потому что если мы будем налаживать на себя какие-то запреты времен 3-4 века, святых отцов восточного монашества, то мы, наверное, на третий день просто упадем без сил. Поэтому, а какие там были заборы, до речи? Ну, там, например, если мы говорим о посте, мы сейчас постимся немного по-другому. Там постились до захода солнца. Начинали вкушение постной пищи уже тогда, когда заходило солнце. То есть для того, чтобы напитаться и подкрепиться. Мы сейчас питаемся так, как и все, только ограничиваем себя в еде, то есть не вкушаем продукты животного происхождения. Поэтому смысл поста, если можно так выразиться, через легкое отступление от калорийной пищи вызвать духовный настрой, потому что на сытый желудок, мы знаем, молиться очень тяжело, хочется прилечь, отдохнуть, хочется о чем-то поразмышлять, а вот когда ты себя держишь в тонусе, когда к этому тонусу физическому мы присовокупляем молитву, внутреннее сосредоточенное состояние, тогда, конечно, мы уже начинаем и поститься, и молиться, и обдумывать свою жизнь, и с Божьей помощью становиться лучше. Угу. А як визначається взагалі суворість того чи іншого посту? І чи є пости більш суворими, чи менш суворими? І в контексті цього хотів все-таки задати вам питання. Ви, зрозуміло, багато спілкуєтесь з людьми в соціальних мережах і безпосередньо. Все-таки от люди як сприймають піст? Ми розуміємо те, що ви сказали, про те, що це в першу чергу духовний певний такий настрій, налаштування людини. Але тим не менше, сприймають люди це як відмов від їжі чи як? Отвечая на последний вопрос, все зависит от уровня духовного образования человека. Вот как раз идя сегодня на встречу с вами на наш этот эфир замечательный, я думал о том, что очень часто люди, приходя в храм и прося окрестить их детей, они не совсем понимают, для чего они крестятся. И вот этот вот духовный такой вот нездоровый климат в нашем обществе сформировал целые поколения крещенных, если можно так выразиться, атеистов, людей, которые ничего в духовной жизни не смыслят и не понимают. Поэтому вот говоря о постном времени, всегда мы слышим только одно. Ой, вы знаете, пост – это так приятно, это так хорошо, вот у меня есть лишний вес, я вот пощусь по православным постам, и он мне помогает, потому что идет очищение организма, восстановление каких-то систем организма. Это очень правильно, это очень хорошо. Но нет духовной подоплеки поста, духовная сторона отсутствует. А Христос сказал, что берегитесь, чтобы не отягчели сердца ваши грехами, пьянством и объедением. Поэтому пост, он нас учит вот именно от этого отречься, а не просто учит голодовки. Поэтому, что касается более строгих постов или более нестрогих, действительно в православии существует Великий пост, он самый строгий, Петровский пост, он идет рыбный, потому что мы употребляем рыбу, у нас сейчас, слава Богу, много зелени, это будет и в Успенском посту, поэтому летние два поста, их пережить человеку намного проще и легче. Вот. Если это зимний период, рождественский, великий, там, конечно, потруднее. Учитывая, конечно, современное социальное положение нашего населения, то поститься по церковному уставу людям становится все тяжелее и тяжелее, потому что денег у многих сейчас на качественные продукты нет, а если человек ничего не ест, то он остается без сил, у него обостряются
какие-то хронические заболевания, у него просто нет элементарно сил на работу, на посещение церкви. Поэтому здесь каждый христианин должен решать вопрос меры поста со своим духовним наставником. Так, ну і відповідно, я не знаю, от, скажімо, приходить до вас якась людина, яка каже: отець Максим, не можу я постувати взагалі, як ви благословляєте, не благословляєте, чи є, тобто, що ви говорите людині? Священник, он не може нарушити рамки поста, он не може відмінити пост, який прийнят був всією церковною повнотою. Поэтому здесь мы поступаем снисходя к немощи человеческой, потому что мы все люди немощные, мы только стремимся к тому идеалу. Достигнем мы этого идеала или нет, будет решать Господь на нашем частном суде. Когда нас уже на этой земле не станет, Господь нам даст свое измерение. Он измерит точно уровень нашей веры, духовности и так далее. Поэтому, говоря о новоначальном, о том, кто не может поститься, мы беседуем. Беседуем с человеком, узнаем его жизнь, спрашиваем о его каких-то заболеваниях, каких-то ранах телесных, ранах душевных. И по возможности человек начинает этот пост. Например, отказывается от мяса, а все остальное вкушает. Но при этом, еще раз повторюсь, мы говорим о том, что несмотря на то, что, например, ты будешь поститься не так, как постится церковь, тебя это не освобождает от духовной стороны поста. Меньше развлечений, больше сосредоточений, больше посещения богослужений, чтение духовной литературы, может быть, даже если есть возможность посещения каких-то святых мест нашей Родины, нашей Украины. От ви сказали, до речі, так ви трохи торкнулися цієї теми, що зараз от ми живемо у час Петрового посту, приблизно ще тиждень буде він продовжуватись. Які його особливості? Особенности в том, что он может быть очень-очень маленьким, 8 дней, а может быть очень-очень большим, период 3-4 недели. Поэтому все зависит от того, насколько ранняя или поздняя Пасха. Он начинается после праздника Святой Троицы, когда мы встретили этот праздник, отпустили его сплошную неделю, пережили и начинаем поститься. Особенности такие же, как и в любой другой пост. Только еще раз повторюсь, мы вкушаем рыбу, кроме среды и пятницы, мы вкушаем елей, мы вкушаем вино, если есть в этот день какое-то разрешение, если это какой-то великий праздник церковный, если это праздник храмовый, то есть день храмового небесного покровителя общины. Поэтому этот пост, он является не суровым, и он нас приуготовляет к принятию праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это пост апостольский, мы постимся в подражании апостолам, которые после сошествия на них Духа Святого приуготовили себя к исходу на проповедь Евангелия Христова через усердную молитву и пост. Поэтому мы подражаем им, просим у них помощи. И, конечно же, прочитывая их послания, их письмена, то, что они оставили, те поучения, мы, черпая из них духовную пищу, должны становиться крепче духовно. А от загалом для наших глядачів, якщо ми почали вже говорити про день сьогоднішній, то і відповідно Петрів піст, яка історія взагалі апостола Петра і апостола Павла? Чого їх об'єднують? Саме виокремлюють цих двох апостолів? Апостол Петр – це твердий камінь ісповідування віри. Несмотря на те, що в своє время він трижды отрекся от Бога, от Христа, он оплакал этот свой грех, он пережил этот грех в себе, он исправился, и Господь по воскресении восстановил его в апостольстве. И, конечно, он много потрудился для того, чтобы благовествовать миру Евангелия Христова. Апостол Павел — совершенно противоположная личность, человек, который когда-то гнал христиан, считал это делом богоугодным, занимался этим много времени. Но с течением времени он был вразумлен самим Богом. После явления ему Христа полностью жизнь его перевернулась. Он осознал, что он гнал Бога и начал трудиться. И потрудился наипаче всех других апостолов. Вот представьте, мы знаем только 14 его посланий. Сколько еще миру не открыто? Может быть, когда-то они и откроются, эти послания. Но 14 мы знаем.
послание – это как такая вот переписка с представителями поместных церквей, например, того или иного города. Это восточные церкви, это территории современного Иерусалима, Македонии, это территория современной Турции и так далее. В этих... Средняя Азия, Близкий Да, Средний, да, да, угу. да. И в этих переписках апостол Павел наставляет первохристианские общины, как правильно им соблюдать заповеди Божьи, решает какие-то проблемы, решает какие-то недоумения, поучает их жить в вере, кротости, благоговении. Поэтому для нас, конечно, история жизни Петра и Павла – это история любви ученика к учителю, любви апостола к Христу. Отвергнув себя, пошли в мир, проповедовали, не боялись гонений и были убиты за исповедание веры Христовой. А чи сильно, до речі, відрізняється православна традиція від католицької традиції вшанування апостола Петра? Адже ми знаємо, що у католицькій традиції, скажімо, папа римський вважається як послідовник, тобто як намісник святого апостола Петра. Да. Чуть-чуть мы отличаем это, потому что властные интересы в древности играли очень большую роль. Поэтому римский престол христианской церкви, он занял такое первенствующее положение, ну, потому что была Византия, это была действительно центральная точка всей Вселенной. Мы знаем, что до сих пор патриарх называется Вселенским, потому что это и была вся Вселенная на тот момент. И, конечно, издревле Римская империя, Священная Римская империя, уже потом Римо-католическая церковь всегда старалась отождествить себя с апостолом Петром, который был в этом городе, в Риме. Поэтому как бы римская кафедра, кафедра Петра, могила Петра находится в Риме. Поэтому, конечно, для католической церкви он является вот таким знаковым апостолом, который представляет эту церковь. Ну, давайте скажем о нашей Святой Украинской Православной Церкви. Наш покровитель, святой апостол Андрей Первозванный, который принес христианство на Русь, поставил, водрузил каменный крест на холмах киевских и изрек свое пророчество. Мы об этом узнаем у преподобного Нестора Летописца. На сих горах будет построено много церквей, и люд будет Божий, и будут кланяться единому истинному Богу. Поэтому там апостол Петр, у нас апостол Андрей, над всеми нами Христос. Так, а взагалі, от як вважаєте, теоретично, чи можливо у майбутньому знайдення певних точок дотику між, скажімо, західною традицією, східною традицією? Безусловно, я надіюсь і вірю, що на основі правильной догматики, апологетики, на основі канонічного корпусу християнської церкви, мы все-таки придем к тому, что мы будем едины. Главное вот в этом стремлении единства не потерять вот то приобретение, которое наша церковь приобрела вот за истекшие уже тысячи с лишним лет после вот этого трагического разделения. Многие церковные историки говорят, что это разделение было политическим. Поэтому однобоко судить мы не можем, и это не является темой нашей сегодняшней встречи. Mm-hmm. Поэтому, кому интересно, человек может найти во всемирной паутине достаточной информации. Главное, мы идем на диалог, мы трудимся над тем, чтобы в деле мира, в деле взаимопонимания и католическая, и православная церковь, конечно же, были едины. И есть на это много-много наработок. Ну, до речі, ви також торкнулися цього питання, я хотів би дещо розширити. Стосовно історії апостола Петра і значення для християнства. От ви зазначили, що у Євангелії чітко сказано, що він тричі відрікся від Христа. Тобто, який сенс у цьому для віруючих людей сьогодні? Для нас це показатель того, що наскільки б ми не падали в своїй духовній житті, в які б согрішення ми не падали, якщо ми оплакиваем свой грех, если мы говорим: «Боже, прости меня, я согрешил», Господь обязательно примет наше покаяние. Знаете, очень часто приходят люди и говорят: «Я уже жить не хочу, у меня уже нет ничего, я очень большой грешник, у меня проблемы в семье, на работе, у меня нет друзей», ну и так далее. И вот когда ты человеку говоришь о том, что Бог с тобой, Бог любит тебя таким, какой ты есть, Он ждет твоего покаяния, у человека вырастают крылья, он начинает посещать храм. И это не просто какие-то психологические формы воздействия. Он говорит: «Я после участия в таинствах чувствую великую силу,
благодать, и люди эти, получая эту Божью благодать, становятся на правильный путь. Поэтому сила Божья в немощи человеческой совершается, но совершается она только там, где сердце открыто навстречу этой благодати. Отець Максим, наступне питання. От у ці дні, коли, власне, маємо Петрів піст, також досить широко у нашому народі святкують свято Купала. Це відоме таке свято, яке прийшло до нас ще з дохристиянських, з язичницьких часів. Як ви його, яке ставлення церкви до цього свята? Ну, понятно, что этот праздник не имеет ничего общего с христианством, потому что в этот день мы празднуем Рождество святого пророка, предтечи крестителя Господня Иоанна. Иван Купала, Иоанн Креститель – это совершенно две разных личности. Поэтому я бы больше внимания обращал не на то, что люди отмечают или хотят отмечать этот праздник, а больше бы внимания уделил тому, осознанно они это делают или неосознанно. Потому что, в принципе, наш народ вообще любит отдыхать, потому что очень ритм жизни большой, стремительный, и очень мало времени на качественный отдых. Этот день является поводом для того, чтобы люди отдохнули. Но когда такие люди идут на реку, на водоем, разжигают костры, прыгают через костры, когда они бросают венки на воду, когда они произносят какие-то определенные слова, в этот момент я бы рекомендовал тем, кто крещен в православии, в христианстве, подумать над тем, что они делают, какому Богу они служат, какую мысль, какое пожелание они влаживают в этот праздник. Естественно, осуждать мы никого не беремся. Мы живем в свободной стране, но именно к христианам у меня вопрос. Зачем принимать участие в языческом праздновании? Является ли оно хорошим или плохим, мы не говорим, потому что те традиции язычества, которые существовали в древности, особенно до крещения Руси, они давно утеряны. И говорить Но не было поценности на наших Конечно. Ценах. И говорить о том, что это является формой язычества, ну, я говорю об этом с большой натяжкой, потому что если бы это было язычество, у нас бы с вами волосы дыбом вставали от того, что делают язычники в эти праздники. Это тот остаток, это тот повод, который люди берут для того, чтобы попраздновать. Ну а христианам еще раз задуматься, сделать выводы, и если есть возможность прийти в храм на богослужение, помолиться Иоанну Крестителю о том, чтобы он помог иметь дух покаяния, о том, чтобы он был заступником нашим перед Христом Богом, которого он когда-то крестил в реке Иордан. Так, ну якщо говорити більш широко, яке ставлення православної церкви саме до таких народних свят загалом, якщо говорити? От ми знаємо, скажімо, що на Різдво є щедрівки, є колядки, і церква, наскільки я знаю, це не засуджує. Мы не осуждаем это, потому что с веками, с годами оно христианизировалось, оно приобрело иной смысл. Те же языческие традиции, которые не христианизировались, не приобрели какого-то духовного глубинного смысла, мы, естественно, не принимаем. Они для нас не играют никакой роли. Вспоминая святого апостола Павла, его словами отвечу: «Идол в мире – ничто». Вот какую, знаете, какой помысел человек вливает в этот праздник, вот такой ответ ему и будет. Для нас идол в мире – ничто. Христос, Господь, живой Бог, Бог Слова, пришедший во плоти в мир. Вот это все. Все остальное мы вменяем ни во что. Но в то же самое время не осуждаем тех, кто это принимает, а своих наставляем. Отець Максим, от вже скоро, через кілька днів, закінчиться Петрів піст, і, власне, буде відзначатися День святих апостолів Петра та Павла. Які традиції його відзначення, що цей день означає для церкви? Окончание Петрова поста – это, конечно, трепетный момент, потому что мы подходим к концу, к тому, что делаем уже какие-то выводы. Я лично, моя практика, я всегда у своих прихожан спрашиваю, чего ты достиг за этот пост? Что у тебя получилось? И люди так многие говорят: «Ой, Боже, я остался там же, где я и был». То есть я соблюдал пост телесный, но духовно я не поднялся. И вот мы, обсуждая это, все-таки приходим к общему знаменателю, что в следующий раз нужно больше внимания уделить духовному, душе своей, духу своему, а не телу. И Петров пост заканчивается, конечно, днем памяти 12 июля святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В храмах в этот день служится божественная литургия. Мы чествуем этих апостолов. В церкви поется им особый текст. Мы называем этот текст величанием, прославляем их труды,
подвиги и болезни, которыми они трудились во благовестии Христове. Молимся им, просим у них помощи, просим, чтобы они просветили нас светом Христовой веры, помогли нам истинным путем идти. Поэтому в этот день в церквах богослужения все верующие по возможности будут на службе, невзирая на то, что в этом году, 12 июля, насколько я знаю, это будний рабочий день. Если говорить в узком смысле, в моем понимании, в моей общине еще один большой праздник. 30 лет со дня основания нашей общины. Вот 30 лет, 12 июля, 30 лет назад была совершена в храме у нас первая божественная литургия. Поэтому для нас это праздник трепетный. Будем благодарить Бога и просить благословения. Да, до речі, як будете відзначати вже на сам кінець нашої розмови? Тоже проведем божественную литургию, отслужим благодарственный молебен. К нам приедет духовенство городское, паломники из других храмов. Вот, по возможности их чем-то угостить. Потом будет через неделю у нас празднество, будет такой небольшой духовный концерт на улице, соблюдая правила карантина, чтобы было все очень правильно, чтобы никто не боялся. Люди будут петь духовные песни, песни своей молодости, будут друг друга поздравлять с таким семейным приходским праздником. Ну а там уже не за горами у нас будет и престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Да, до речі, от завершуючи розмову, цього літа, як і кожного літа, які ще великі свята будуть у православ'ї? Еще много. Еще у нас медовий спас, да, вот тоже такой интересный вопрос. Праздник и преображение Господня, праздник и Успение Пресвятой Богородицы, и перенесение нерукотворного образа, как в народе говорят, третий спас. Поэтому люди добрые, люди православные, пусть открывают календари и ставят пометочки, ставят галочки и желательно пусть планирует свой поход в храм, потому что время очень стремительно бежит. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися зі священником Максимом Злобіним. На все добре.